Депутат Госдумы России Сергей Миронов выразил мнение, что те, кто занимается искусственным завышением цен на коммунальные услуги, должны отбывать наказание в тюрьме. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Снижение платы за электроэнергию с подачи ФАС говорит о том, что на местах тарифы назначаются с потолка. А в связи с этим считают, что виновные, то есть те, кто намеренно завышает тарифы и рисует цифры, должны быть наказаны и посажены в тюрьму, пишет парламентарий. Спикер отметил, что последнее повышение тарифов добавило как минимум 1% к инфляции и как минимум 1% вычел из реальных доходов граждан. Долг, между тем, граждан России за жилищно-коммунальные услуги приближается к 1 000 000 000 рублей.